И каждый фол надо свистеть правильно, и мадридский Реал продолжает атаку. Ну, решай же! Эдерсон справляется с ударом. И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Подача Винисиуса в штрафную. Игра остановлена, мяч коснулся руки. Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Какой удар! И есть блок. Карим Бензема. Казимир. Бензема! Баста! Великолепное спасение Эдерсона. Как он потащил этот мяч. Удар с близкого расстояния и браво вратарь.